Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Для того, чтобы связать простые следочки, делаем кольцо амигуруми. Вводим крючок. И делаем соединительную петлю. Сделали кольцо. Делаем 3 воздушные петли. И в наше кольцо провязываем 9 столбиков с одним накидом. Первый. Второй. Третий. Четвертый, пятый. Кольцо можно немножко подтягивать, если у вас небольшое количество столбиков. Пятый, так, дальше. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Провязали. Подзатягиваем еще посильнее колечко наше. И замыкаем в нашу третью петлю цепочки наше кольцо. Получился такой круг. Следующий ряд мы будем провязывать в каждую петлю по 2 столбика с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли, накид, вводим крючок в эту же петлю, делаем столбик с одним накидом, следующую петлю 2 столбика с одним накидом, первый в эту же петлю, второй, следующую петлю также 2 столбика с одним накидом. И так продолжаем делать до конца нашего ряда. У вас должно получиться всего вместе с цепочкой первой 20 столбиков с одним накидом. Провязали. Теперь мы также вводим крючок в нашу третью петельку цепочки в начале. Делаем соединительную петлю. В следующем ряду мы будем увеличивать через одну. Делаем 3 воздушные петли, накид, в следующую петлю вводим крючок, в нее делаем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй, накид. В следующую петлю мы делаем только 1 столбик с одним накидом. Следующую петлю снова провязываем 2 столбика с одним накидом. В следующую петлю мы провязываем 1 столбик с одним накидом. И так чередуем до конца нашего ряда. Довязали. Теперь мы вводим крючок в нашу третью петлю в начале цепочку и замыкаем наше кольцо. Делаем 3 воздушные петли. И 3 ряда мы провязываем без всяких прибавлений. В каждую петлю по одному столбику с одним накидом. Напоминаю еще раз. Так мы будем провязывать с вами 3 ряда без каких-либо прибавок. Вяжем самостоятельно до 3 рядов. Мы провязали с вами еще 3 ряда. В целом у нас с самого начала получилось 6 рядов. Далее мы делаем 1 воздушную петлю. И следующий ряд мы будем провязывать обычными столбиками без накида. В дальнейшем мы будем чередовать с вами ряды. А данный ряд сейчас провязываем
столбиками без накида самостоятельно до конца ряда. Провязали ряд столбиками без накида. Следующий ряд делаем 3 воздушные петли, провязываем также без всяких прибавок столбиками с одним накидом. И так мы будем чередовать ряд столбиками без накида и ряд столбиками с накидом до нужного вам размера вашей ноги, вашей стопы. У меня здесь получилось их 15. Вот смотрите, вот здесь мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6 первых рядов столбиками с одним накидом. И дальше мы продолжили вязать ряд столбиками без накида, ряд столбиками с накидом. У меня их получилось вот до этого места 15 рядов. Самостоятельно вяжем до нужного размера. Я провязала 15 рядов. У меня получился уже вот такой вот носочек. Теперь для того, чтобы нам связать нашу пяточку, нам нужно обрезать нитку и перенести ее в сторону. Ниточку мы обрезали. Теперь нам нужно с вами отсчитать в обратную сторону не по часовой стрелке, а против 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И в нее мы будем начинать вывязывать нашу пятку. Мы с вами делаем петельку. И начинаем провязывать. Делаем цепочку из 3 воздушных петель. И в обратную сторону, в каждую петельку, мы с вами провязываем по одному столбику с одним накидом. Так у нас должно получиться с вами 23 столбика с одним накидом. В 23 петельки мы провязываем. Я провязала вместе с первой цепочкой из воздушных петель из 3. У вас должно получиться 23 столбика с одним накидом. Далее мы делаем одну воздушную петлю, разворачиваем наше вязание, и в обратную сторону мы с вами провязываем ряд столбиками без накида, чтобы продолжить наш рисунок. Также 23 петли провязываем в каждую по одному столбику без накида до конца ряда. Провязали, и далее мы будем повторять. Делаем 3 воздушные петли. Следующий ряд у нас будет уже с вами столбиками с одним накидом, и вяжем в каждую петлю по одному столбику с одним накидом. Так мы будем чередовать ряды. Это один ряд со столбиками без накида, один ряд столбиками с накидом до нужного вам размера, до размера вашей пяточки. У меня здесь получилось 11 рядов. Так что вяжем самостоятельно. Мы довязали. Теперь нам надо соединить нашу пятку. Складываем ее лицевыми сторонами друг к другу. И будем провязывать вместе с предыдущим рядом. Вводим крючок в нашу первую петельку задней нашей вот этой половинки и провязываем соединительную петлю. Дальше мы захватываем петельку переднюю, петельку заднюю и вместе их провязываем соединительной петлей. И продолжаем так провязывать до самого конца. Соединяем петельки, передние и задние обе, и провязываем.
теперь прячем нашу ниточку и смотрим, что у нас получилось. У нас получились вот такие вот замечательные следочки. Пяточка у нас хорошо провязана. Они очень легко и просто вяжутся. И на любой размер можно из расчета вот этих вот рядов сделать как на ребенка, так и на взрослого. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И всем пока-пока!